Для начала опишу проблему полностью, чтобы не возникало вопросов. Итак, вы созрели для использования модификации в Antornet, к примеру, нестандартные дома, текстурки или вещи. Проблема заключается в том, что после перестановки или удаления мода, эти вещи или постройки пропадают с карты. Как сделать, чтобы эти штуки всегда оставались и не зависели от наличия мода в папке 304.930? Если посмотреть на недавние карты, которые выходят от сторонних разработчиков, то мы заметим, что в любой из этих карт есть папка Bundles, которая содержит вещи, животных и какие-то новые построечки. И после удаления этой карты, собственно, с ваших карт пропадают предметы. Итак, если посмотреть на официальные карты, вы такой папки не увидите, потому что она находится в общем клиенте. Вот, например, в карте Pay нету папки Bundles. А если перейти в общий клиент, мы ее увидим. Значит, решение проблемы заключается в том, чтобы понравившиеся построечки, предметы и транспорт подшить вашу карту. Как это сделать, сейчас я вам покажу. К примеру, возьмем пару средних объектов с карты Карпаты. Для этого заходим в карты Карпаты, Bundles. Здесь выбираем папку Object, Medium. Обязательно запоминаем все папки, которые мы заходили. Нам нужно в таком же порядке воспроизвести в своей мапе. Копируем примерно любые два объекта для проверки. Я, наверное, скопирую какой-нибудь Powerline и табличку Haiku. Эти два объекта нужно правильно перенести в свою карту. Для этого переходим в папку Maps, свою карту и создаем ровно такие же папки. Сначала идет у нас папка Bundles. Теперь переходим в папку Bundles и создаем папку Object. В папке Objects создаем папку Medium. Потому что мы брали средние объекты. Если будете брать какие-нибудь другие объекты, обязательно там другая папка должна быть. Итак, переносим эти объекты себе в папочку. И все, теперь эти объекты вшиты в нашу карту. Теперь ими можно пользоваться на своей карте и не бояться того, что с ними что-то случится. Обязательно перед тем, как вы скачаете мод, вытягивайте объекты таким образом и удаляете мод. Тогда у вас все будет нормально. А с вами был Эстерн, спасибо за просмотр, ставь лайк и подписывайся на канал. Пока!